Добрый вечер. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Мы возвращаемся в трансляцию турнира Join Dota MLG Pro League. Первый сезон. Играет у нас команда Hellraisers против команды My Insanity. Российская команда против команды из Сербии. А в пике у нас уже имеется SF. Это второй SF за последние два матча от команды Hellraisers. И Чен отходит туда еще одним плюсом. Vengeful Spirit у нас отправляется в пик со стороны команды My Insanity, и Axe тоже отправляется сюда. В прошлом матче мы уже наблюдали Axe, на котором играла команда Hellraisers. На этот раз Axe все-таки отходит к команде My Insanity. В бане у нас Batrider на данный момент, Wisp и Снайпер со стороны Hellraisers, и их оппоненты уже забанили Джаггернаута, Тролля и Бристлбека. Ну что по пику можно сказать? Чен обязует нас к быстрому завершению матча. Быстрые матчи в доте уже не такое частое зрелище. И это скорее роскошь, чем закономерность. Опять же, те, кто смотрел последний International, понимают, о чем я говорю. Дело даже не только в гранд-финалах, да и вообще в любых матчах, которые длятся 15-20 минут. Все это после последнего изменения в доте серьезного, которое коснулось практически всех игроков, отошло на нет, и матчи стали настолько затянуты, насколько затянуты мои мрачные будни. Собственно, если вдруг появляется Чен, то есть надежда на фаст-пуш и надежда на то, что игра закончится немножечко побыстрее. Альянсы недавно с ПР разобрались за 19 минут, но там на Чене отыгрывал Аки, в принципе и Дред на Чене тоже. Не такой уж плохой вариант. Ну или Годдем, кто там у них будет сидеть за этим персонажем. Ну что, ждем фаст-пуш. Я же говорю еще раз, комбинация не часто используемая, поэтому было бы интересно для разнообразия посмотреть. А в баню у нас также ушел Ancient Operation со стороны Hellraisers, и со стороны команды My Insanity ушел в баню Witch Doctor. Witch Doctor нет, но зато есть Чен. Чен есть, по хилу команда будет более-менее хорошо себя чувствовать. Дазла, в принципе, тоже, я думаю, можно будет брать сюда. Дазл всегда полезен, хотя в прошлой катке Hellraisers брали Дазла под Акса. Дред отыгрывал на Дазле, и сложную, в принципе, команда Hellraisers выиграла, потому что Акс загнал всех за Можайск и рассказал, как кого зовут. Собственно, под Т2 стояли Дабла из Акса и Дазла со стороны команды Hellraisers и просто забирала весь фарм и наваливала по лицам всем, кто только мог подойти. Клокверк уходит у нас в пик. Клок у нас был последний бани, если не ошибаюсь, в прошлом матче. На этот раз Клок все-таки выбран. Команда Hellraisers и главный претендент на сложную для шеров. У My Insanity третий пик, остается 7 секунд основного, 1,5 минуты дополнительного времени. Глянем, кто это будет. Акс все так же претендент на сложную и все так же у нас не в бане. Дазл, его можно выбрать под Акса. И если команда My Insanity хочет это делать, то лучше бы ей делать это сейчас. Потому что неплохо Дазл зайдет и в страту, я думаю, ашеров. Ну или опять же зайдет в баню. По большому счету, что еще необходимо My Insanity? Им необходим мид-лейн, им необходим фармила и еще один саппорт. Короче говоря, им надо все вообще. Все и желательно поинтересней, посерьезней. Ликантроп, а точнее Ликан, и я так понимаю, повестка из Valve мне уже придет в суд. Конечно же Ликан, не из Valve точнее, а из Blizzard. Создателей небезызвестной игры WC3. Кому по 50 лет, по 52, я думаю, еще помнят эту игру. Ну, я помню. Ликан у нас, разумеется, в пик My Insanity отходит. И, в принципе, пушить уже можно. Акс есть, Vengeful Spirit есть, Ликан есть. Тем более, Ликан, скорее всего, выйдет в медальон. Vengeful Spirit тоже у нас умеет понижать деф. Ну, можно будет разбирать SF очень быстро. Да и Клок здесь будет отъезжать с Ченом без каких-либо вопросов. Что у нас? Четвертый пик от Ашеров. Кто это будет? Дополнительного времени всего 30 секунд осталось. И глянем, кто у нас уйдет в пик от Дреда и компании. У My Insanity тоже, разумеется, четвертый пик, но это будет немного попозже. Что необходимо? Необходим фармила и необходим еще один саппорт. Оффлейн уже имеется, Клокверк. Понятно, главный претендент на сложную в соло. Ждем фармящего
парня. Войд у нас в бане. Нет, Войд на этот раз не в бане. Можно было, в принципе, заиметь Войда. Скайрос маг у нас отходит к Hellraisers. И вот он, еще один саппорт. Саппорт, который готов дамажить. А вот и Дазл, о котором речь шла совсем недавно. Акс плюс Дазл. Ну, все. В принципе, понятно, да, по расстановке лайнов. Акс плюс Дазл отходит у нас, скорее всего, на топ. И это будет абсолютно та же страта, что была у команды Hellraisers, только в исполнении команды Mindsanity. И Vengeful Spirit с Ликаном может, в принципе, стоять на легкой. А может Ликан отправиться у нас и в мид. Все зависит. Хотя нет, против SF, конечно, в мид он не отправится. Отправится, скорее всего, в легкую фармить. Венга будет ему помогать и... Что необходимо команде Mindsanity? Остался последний пик, и этот пик на мид будет 100%. Фашеры это не хуже меня понимают. Забанили Templar Assassin. Не хотят стоять SF-ом против ТА. Да я кем угодно не хотел бы стоять против ТА. Слишком уж она серьезная подруга. Ну что, последний бан. Последний бан. Надо забанить мейн-керри, который... Не очень приятен здесь. Кто у нас уйдет в баню? Давайте посмотрим. В принципе, антимаг зашел очень неплохо. А вот Hellraisers Артес классно отыграл на нем. Так, у нас уходит в бан Фантом Ассасин. Круто. Круто. Ну что, тогда можно пикать еще одного антимага. И драться, летать. Можно, в принципе, Вайда было бы здесь посмотреть. Неплохо было бы. Фантомки нет. Можно, в принципе, кого-то и потолще увидеть, чем милишный керри. Агильщики керри. Ждем, посмотрим. 12 секунд основного, 4 секунды дополнительного. Кто же у нас в роли керри будет со стороны команды Hellraisers? 2 основного, 4 дополнительного. Кто у нас будет в роли керри? Рандом? Шторм Спирит у нас будет. Фиг вам вообще, а не керри. У нас Шторм Спирит от Hellraisers. Все, доту я не понимаю. Так... И последний пик у нас от команды Mindsanity. Тоже порядка 60 секунд имеется у сербского коллектива для того, чтобы выбрать последнего персонажа. Им необходим мидер. Это все прекрасно, всем понятно. ТА забанили, им нужен мидер, который будет стоять против SF. Кто бы это мог быть? Да это, в принципе, мог бы быть Шторм. Но Шторм уходит у нас к Hellraisers. И все. И в принципе все. Хотя у нас что? Что получается? Шторм у нас может пойти на мид, без проблем подстоять на миде, а SF может у нас отправиться вместе со Скайрос магом фармить на линию. Тоже никто ему ничего особенно сделать не сможет при нормальном саппортинге со стороны команды Hellraisers. Ну глянем. SF на любых лайнах интересен, везде полезен. И опять же мы видели прошлого SF, а вот... Афонинджи, этот SF собирал Меку, на секундочку. Поэтому персонаж самодостаточный в исполнении Афонинджи. Так что можно ставить на любой лайн его. Ну что, у нас последний пик Вайпер. И вот и сформировались команды Hellraisers и Mindsanity. Со стороны коллектива, который играет за Radiant, а именно сербского коллектива Mindsanity, Vengeful Spirit, на котором играет Mitch, Ликан, на котором Константин отыгрывает, Dazzle от Лизарда, Viper, на котором Милан играет, и за Акса у нас играет, кто там еще, пятый, короче говоря, чуть попозже вспомним. На SF играет Афонинджи, Годем у нас на Чене, Дред на Скайрос Маге и Артес на Шторм Спирите, и стендином у нас выступает кто-то на Клокверке. Не анонсировали команды, кто у нас играет стендином. На сайте я посмотрел, на сайте турнира посмотрел, но там, в принципе, 2-3 персонажа, чтобы не обижаться, чтобы не ошибиться. Не буду называть никого из игроков. А то еще засмеют в чате. Goji One Dota у нас играет на Аксе. И, в принципе, по командам, по лайнам сложно было не угадать. Я старался, но у меня не получилось. Угадал я. Акс идет у нас в сложную. Дазл должен быть на подсейф. Но здесь расставит варды, я думаю, пойдет на подсейф у нас Лизард. А может быть и сразу туда отправится. Какая крутая у Дазла шапка. Отличная шапка у Дазла. Крутейший сет на этого персонажа. И имеет его Лизард, который играет за Mindsanity. Видимо... Очень и очень богатый коллектив.
Так, Hellraisers у нас, в принципе, на топ тоже готовы выходить. Уже здесь имеется дред на Скоросмаге. Завардил все, что надо было. Артес выходит на мидлейн. Артес у нас играет на шторме, а Фонинджи у нас играет на эсэфе. Артес у нас уходит фармить легкую. Шторм, который в сопровождении, как я понимаю, одного саппорта будет фармить легкую. Ну, шторм, в принципе, с Скоросмагом должен Акса загнать. При нормальной реализации даже Дазл особенно не поможет этому парню. Ну что, здесь, в принципе, все интересно по лайнам. Очень даже интересно. Vengeful Spirit у нас внизу. Константин фармит и помогает ему в этом мич на Vengeful Spirit. На мидлейне у нас Милан на Вайпере. Вайпер против SF, а Фонинджи будет не то, что не сладко. А Фонинджи, я думаю, в панике будет в ближайшие 2-3 левела. Если Милан, в принципе, нормально не реализует себя. Нейротоксин уже прокачал у нас Вайпер. Наваливает очень сильно. Особенно SF, у которой по ХП проседать, как с горы катиться, это несложно. Тем более, что у SF всего-то 500 по ХП. Ну что, у нас уже Poison Attack вкачана у Милана. И половины нет ХП у Афонинджа. Это просто 3 удара с руки. И каждый новый удар будет все сильнее. Надо хилиться, надо как-то переживать обычную атаку с руки. Гоуджи Ван Дот у нас тоже нормально так проседает. Дред с Артесом навалит ему. Голубин он стоп. Ну класс. Класс, класс, класс. Гоуджи Ван Дота тут жить не должен. Так как в прошлом матче Акс нагибал весь топ-лайн. Ну Дред прочитал, как я понимаю, игру команды Mindsanity. И смогли расставить по лайнам более-менее удачно персонажа. Здесь сложный стоит Клок. И против него Vengeful Spirit или Контроп, который по большому счету ничего ему не делают. Щиток покупается и не будет никаких проблем. Вот он, собственно, и щиток. И вот, собственно, будем наблюдать, как нет никаких проблем у команды Hellraisers на сложной. Милан где-то очень сильно просел по ХП. Да, собственно, где ему проседать, кроме как на миде от SF-а. Афонинджи подбирает, скорее всего, руну банка. Ему очень удачно прилетает как раз ко второй минуте. А у Вайпера банки, как я понимаю, нет. Банка, точнее, есть, но она... Нет, банки нет. Банки не имеется и не будет у Вайпера. Вайпер, скорее всего, пойдет в фаст меку. Здесь у нас выходит Сатир-мучитель поспамить немножко шоквейвами. Черт тебя побери, Сатир-мучитель дарит просто 100 копеек Милану. И немножко пробустил он мидера команды Mindsanity. Давайте по крипстату глянем. У Константина по крипстату первое место 15 на 1. У Вайпера 11 на 4 от Милана. Артес у нас 11-0 фармящий. Так, здесь у нас Vengeful Spirit ударилась об Коги. Остается без маны, как я понимаю, да? Нет, это не Vengeful Spirit, это были ее иллюзии. Об Коги бились только крипы. Ну что, у нас, в принципе, противостояние двух милишников. Константин на Ликане против Клокверка со стороны команды Hellraisers. Ну, я ставлю свои ставки на Клока. На втором месте по фарму уже становится Шторм, на котором отыгрывает Артес. У Шторма на Soul Ring, в принципе, все уже имеется. Есть Soul Ring на руках. У Вайпера 12 на 4. У SF от Афонинджи счет 11 на 7. Ну, а Афонинджи, в принципе, чувствует себя весьма комфортно. Вайпер свое злое дело не сделал. Хотя, по большому счету, жизни не должен был давать. Коррозив скин, как видим, максит. И кто там со спины пускает ветер у нас? Со спины пускает ветер. Ченовский, Годемовский совух. Ну, пускай пускает. Дикокрыл потрошитель у нас. Немножко дисбалансный сделал мид. Крипов подпушил, и я не думаю, что это в пользу Афонинджи. Хотя, крипы, в принципе, держатся относительно ровно на хайграунд. Команды Mindsanity не заходят, фармить можно. Константин вырывается по фарму. 23 на 2 у него счет. На втором месте SF. Что у нас на топ-лайне, который наиболее интересен? Здесь у нас Гоуджи Ван Дота на аксе. Цепляет его команда Hellraisers. Еще одна тычка от Артеса. Надо как-нибудь замедлить его. Гоуджи Ван Дота не собирается замедляться. Все у него в порядке со скоростью. И, в принципе, это понятно, Boots of Speed имеется. А что у нас у Шторма? У Шторма тоже есть Boots of Speed. А вот у Дреда на Скоросмаге ничего подобного нет. Но, тем не менее, Годжи Ван Дота в любом случае парень живучий. Он играет на аксе. Так, у нас тем временем First Blood на миде.
классика любого комментирования. First Blood на миде. First Blood отходит у нас команде... Команде Hellraisers. Сначала у нас погибает Viper, а потом погибает SF. Круто. Очень даже круто. А, точнее, нет. Vengeful Spirit у нас погибает от рук SF. А да, Viper в итоге забирает Афониджи на Shadowfiend. Пришла у нас не очень удачно ганкнуть Mind Sanity. Умерла на ФБ. И дальше уже... Vengeful Spirit, точнее, с команды Mind Sanity. И дальше уже смогли забрать фраг на Афониджи. Но разменялись по киллам. Это уже становится немного интереснее. Потому что 5 минут без киллов — это какая-то немножко странная и неправильная дота, которая делает совершенно неправильные, неинтересные мувы. Мич ничего не имеет по артефактам. Ну и нечего ему вообще что-то иметь. Он саппорт, его дело умирать. Так, Ликан у нас уже имеет. Тапки имеет 1300. По голде у Милана появляется ботл. Наконец-то все-таки пошел в ботл. У Акса 19 хп. И... еле-еле Акс у нас уходит из файта. Файт, который мы тоже с вами пропустили, но не пропустили килл Акса, потому что он не состоялся, ха-ха-ха. Скарис Мак у нас имеет уже нул талисман и серклетку. Но это, я так понимаю, спамить по Аксу. У Артеса есть Soul Ring и есть поверх Soul Ring уже Power Threads. Что у SF-а? У SF-а пока что кроме ботла и аквилы и тапок ничего нет. Ну, помимо, конечно, все места по голде. У SF вкачаны в максимум, видим, койлы. Это хорошо. И некромастери тоже у нас, в принципе, максится. На 3 они пока что вкачаны. Так, в коге у нас закрывается крип, а Константин бьется об коге и уже не имеет маны ни на волков. Тут не поспамить, ни на шейпшифт в случае какого-то файтинга. Vengeful Spirit далеко еще до ульта. Это означает, что подсейва как такового не будет от нее, разве что стан. Но если в коге закроется у нас Константин, то стан будет бесполезен. Ну что, это нудная игра. Эта игра нудная, но такая дота. Когда-то весело, когда-то никак. Поэтому смотрим. Еще раз напоминаю, что это Join Dota MLG League. Первый сезон. Команда Hellraisers против команды Mind Sanity. Первый матч за Ашерами. Они бы выиграли вполне уверенно за небольшой промежуток времени. По-моему, 30 минут и 2 или 3 секунды. Короче говоря, полчаса хватило, чтобы разобрать своих оппонентов в команде Ашер. Получится ли у Mind Sanity ответить хоть чем-то своим оппонентам, мы посмотрим. Пока что ничего особенно выразительного на карте не происходит. Так, Ашер у нас проседает по хп. Проседает по хп у нас Артес. Артес отсюда уходит, скорее всего. Так, погоня у нас продолжается за штормом. Но в итоге еще и Лизард может неплохо Дреда нахватать. Еще один удар по спине. И Лизард тоже отправляется в таверну. По итогу этого файта 2 в 0 размениваются игроки команды Ашер с Mind Sanity. 653 по голде и 238 потерянных со стороны сербских дотеров. Ну что, Дред очень неплохо поднялся. Дред молодец. Дред заработал 600 по голде. И тут немножко еще наковырял шторм. Но это за ассист. И то ассист относительный. У Дреда счет на данный момент 2-0-0. Пошла у нас погоня за Дредом от Goji One Dota. Дред на лоу хп просто улетает из файта. Вообще не собирается он разговаривать с Аксом. Это не его дело. Вот, поэтому... Поэтому Дред остается в живых. Так, у нас погоня за Годдемом. Разультился Константин, пытается его застопить Артес. Получится ли волками доесть? Конечно, получится. Доедает он волками Чена. И SF у нас здесь же на миде погибает. И со стороны команды Mind Sanity умирает еще и Вайпер. Счет становится 34-4. И 552 по голде отходит команде Mind Sanity. Драка продолжается. Goji One Dota здесь между Т1 и Т2 собственным. Хотя Т2 уже давно... Т1, точнее, давно-давно... упал. Здесь Клокверк имеет через 10 секунд хукшот, но нет на него маны. Так, Мич станом зацепил у нас Клока, и Клок через батарея САУ должен просто на куски разбирать меча. Если не Грейв, ну а с другой стороны Дазл подошел, понятно, что лучше бы и подраться. Дазл смог подхилить у нас меча, Мич просто со спины настрелял у нас Клоку. Hellraisers теряют еще один фраг, и счет становится 4-4.
Возвращаемся мы в этот матч. Счет по-прежнему 4-4. Небольшие звуковые настройки. Как я понимаю, не очень хорошо был слышен звук в Dota. Точнее, не очень хорошо был слышен звук из игры. Сам игровой звук. Понятно, что в Dota TV можно слышать. Так, God Damn у нас уже имеет огромнейшее казино и готов выходить на первый тавер по топу со стороны команды MyInsanity. Ждем Милан. В принципе, здесь на подсейв сам он толком ничего не сделает. Сетку ловит у нас Милан. Не успевают туда подойти кентавры застопить его. У Артеса есть ульт, но монопул пока что достаточно большой. Врываться на такое расстояние опасно. Можно просто влететь и получить Viper Strike в лицо и не уйти из этого файта. Скелетон Варриор погибают эти бравые маленькие ребята. Скелеты у нас упали, но здесь есть два тролля и есть... кентавры. Ну, можно драться под тавером без каких-либо вообще опасений со стороны команды HellRaisers. Выход у нас на тавера есть, кентавры проседают по хп, но они все еще готовы танковать. Опять же, здесь два рейнджевых героя, можно было бы и подраться, и тролли могли бы вытанковать все, что необходимо. Ульта от Гадема пошла, Viper Strike по-прежнему не заюзан Миланом, ждет он более-менее вменяемую цель. В Артеса нет смысла тратить его, потому что Артес, я думаю, из тех, кто может заевейдить без проблем, надо тратить в Чена. Но Чен стоит за такой пачкой крипов, что попробуй до этого Чена еще доберись. Что у нас внизу? Внизу у нас Клок и Дред переместился вниз. Также здесь имеется Константин, у которого есть уже Владмир. Появляется Belt of Giants, Stretched, это я так понимаю. Скоро парень отправится на Рошана. Ждем еще несколько крипов и падение Рошана. Девятый левел есть, в принципе, все есть. Волки на максимум. Feral Impulse практически на максимум. Хауль тоже в один вкачан. Можно идти убивать Рошана, но пока что у нас Константин по лесу гуляет. 1-0-1 у него счет. Что здесь с Тауэром? Тауэр... очень бит, но сразу три игрока команды MyInsanity готовы его подсейвить. Пока что опасности не наблюдается. Закрыли у нас в коге Gouji One Dota. Кто у нас отвалился, почему пауза? Закрывает у нас в коге Clockwork Axe и туда же Mystic Flare Dread. Ну, комбинация известная, популярная и, в принципе, юзабельная. Забирают у нас... Акса, счет становится 5-4, и HellRaisers наконец-то выходят вперед, впервые за эту встречу, ну и, понятно, не впервые за эту Best of 2 серию. Отпадает у нас Viper, проверим, как идет трансляция, пока что не переключайтесь, я думаю, дело 1-2 минут. Что Милан еще не вернулся. Ну а мы, тем не менее, здесь и готовы разобраться по-быстрому по артефактам. У Вайпера уже имеется Chainmail, имеется Аквила Chainmail. Я так понимаю, готовится выход в Баклер и дальнейший выход в Мекку. Vengeful Spirit есть урна. У Лизард на Дазле что есть? Есть у него варды, есть стик и есть носок. И это действительно круто для лайн-саппорта на 12-й минуте. Конечно, можно было и получше. Тут даже шутить не приходится. У Ликана у нас тем временем Владмир и Belt of Giants Stretch Power Threads. Во что будет выходить Ликан? Я думаю, есть вероятность появления ранних некров. Это было бы интересно. Для пуша самое оно. У Чена появляется медальон, и Чен выходит на Рошана. Он собирается его убивать, или он будет просто смотреть? Нет, он не будет просто смотреть. Сюда подходит Артес, и здесь также есть Клок. У Клока через 40 секунд будет хукшот. Пока что, в принципе, ворваться он не готов. Ч
чекается у нас Рошан Волком, и команда My Insanity знает теперь, что здесь бьют Рошана и готова, скорее всего, ворваться. My Insanity стоит на хайграунде. Будет ли врыв от Vengeful Spirit? Нет. Прочекала она, в принципе, по ХП, понимает, сколько ХП у Рошана и стоит ли врываться, когда Рошана уже забрали. Нет, 100% не стоит. Вопрос риторический. Так, у нас Лизард сам на себя бросает Грейв, но отсюда 100% не уходит. Скорее всего, фраг заберет SF. Да, SF забирает фраг. Не знаю, почему, скорее всего, но мне показалось, что у SF больше шансов, даже при том, что он иллюзией там дрался. В никуда хукшот от Клокверка. Акс уходит живым и здоровым. У Акса нет еще даггера. 1800 по голде у него. Даггер появится через, я думаю, минуты через 3. Так, по персонажам Hellraisers, у кого что? Есть уже у Афонинджи Мека, а значит драться толпой сам бог велел. Скайрос Мага имеется здесь. Два нул талисмана, есть ПТ, Скайрос Маг на миде находится. Тауэр, думал, он забрал, нет, Клокверк заденайл у нас Тауэр. И что, будет готовиться выход хоть куда-то? Надо хоть как-то забирать товара, потому что когда собака начнет бегать со своими маленькими собаками, тогда, конечно, можно будет и не отбиться. Я так понимаю, и опять же, это тенденция доты последнего времени. Если появляется один некр, появляется и второй. Это просто какое-то стихийное бедствие. То есть пример с некром, он просто заразителен в тиме. Ну и это понятно. Против 3-4 пачек некров драться очень сложно. Тем более ликантроп, тем более хауль и огромное количество дамаги. Так, а что у нас? Размен. Да, падает Т2 на миде от Hellraisers и падает Т1 на топе. Команда My Insanity это делает. Mystic Flare у нас Vengeful Spirit, ее моментально разбирает у нас Dread. Dread забирает еще один килл, что у него по киллам? 4-0-0 идет у нас Dread на саппорте, на том саппорте, который обыкновенно терпит невероятно, просто жутчайшим образом. На всех Скайрос магов больно смотреть вообще обычно, а Dread не такой. Дред покупает Геоскепитер, и у Дреда уже все в порядке, в принципе, по артефактам, по дамаге, по монопулу, все хорошо. Так, что у нас у Годдема? У Годдема есть медальон, поинтбустер имеется, осталось еще до Аганима 2700 денег. Что у нас у Клокверка? У Клокверка есть Транквилы, есть поинтбустер, тоже выход в Аганим. Так, у нас заходит в спину Афониджи, будет ли здесь ульт от него, он под инвизом. Под инвизом в виде руны. Надо собрать вокруг себя побольше игроков и попытаться заультить. Врыв у нас от Артеса. Лизард здесь в сетку тролля попадает. Моментально его разбирает Чен. Так, врыв у нас в Милана. Милан очень сильно проседает по ХП. Баттери Ассаут тоже дамажит его хорошо. В принципе, Артесу он ответить ничем не может. Разве что от коррозив скина. Немножко пострадал у нас Артес. Но это только Аегис. Артес поднимается и готов к файту. У Шторма поинтбустер есть. Денег 1700 на руках. У Акса на Гоуджи Ван Дотан наконец-то появляется даггер. Есть Транквилы. Акс, в принципе, тоже боеспособен. Умирает в итоге этого файта только Вайпер. Баклер у него на руках. И Хедреска. Хедреска с рецептом имеется в стэше. Ну что, мека в принципе собрана. Но здесь у СФа мека немножко пораньше. Помимо меки еще есть и Яша. Вайпер забирает меку. Будет ли драка за Т1? Драка бессмысленна. Но мы прекрасно знаем, что прожимать в любом случае глиф стоит. Ты экономишь... Ты точнее забираешь время соперника и экономишь... Таким образом, свое время для фарма. Там 5-6 секунд. Но иногда они могут быть фатальными. Особенно, когда у вас размена трона или... Не хватает этого времени до там, возрождения одного или двух героев. Разумеется, о чем я говорю. Глиф после снесенного Т1 сразу же восстанавливается, и глиф не кэдэшится. То есть он сразу же без тайминга уже готов к использованию. Ну, теперь готовится выход на Т2. Здесь три тролля. Ха-ха, затроллили. Сейчас тролли будут разбираться, я так понимаю, поочередно с каждым из игроков. То на одного сетку, то на другого. Если, конечно, Митч с компанией не разберется раньше с троллями. Врыв у нас на Годдема. Годдем очень сильно проседает по ХП, но не так жестко, как Акс. Акс отправляется в таверну. Туда весь Мистик Флэйр себя впитал. Митч тоже отправляется в таверну. Бегает у нас Константин. Старается бить Афониджи. Афониджи еще... А Афониджи разультился, Афониджи дал ульту, но
по ХП очень жестко проседает. То же самое у него с МП. Ну что, по итогу потеряли Чена. Афонеджи на лоу ХП рассыпается здесь. Волками доел его. Доел его Ликан. Еще и Вайпер со спины неплохо настрелял. По итогу этого файта 4 в 2. Размен. Так, закрыли у нас Ликантропа. Ликантроп здесь умирает в когах. Без каких-либо проблем. Ну и это Team Wipe со стороны команды HR. Размениваются они по итогу файта 5 в 2. Можно сносить бараки. Даже вообще это не обсуждается. Сколько здесь скелетон варьеров. Да это просто какая-то чума. Что происходит вообще? Это скелетий бунт. Развалили всех малых. Продолжаем смотреть драку. Так, у нас на лоу хп Гоуджи Ван Дота пытается его выхилять Лизард. У него это пока что получается. Артес здесь. Артеса нечем застопить. Через ТП улетает на базу. Погоня за дредом. Так, а здесь у нас тем временем врыв еще и на... А, нет, по-прежнему врыв на крипов от Гоуджи Ван Дота. Лоу, мана у меча. Если чем-то застопить дреда, получится ли дотикать яду? Яд дотикивает, но уже на базе. Дред у нас... В принципе, в относительной безопасности улетает на базу. 1660 по голде у саппорт Дреда. 6-1-1 счет. 20 вонючих крипов добито, но по нетворсу он, я думаю, вполне себя уверенно чувствует. Да, он шестой по нетворсу, уступает совсем немного Чену. А на первом месте все тот же Афонинджи. Не меняется тенденция от матча к матчу. На втором месте Константин на Ликане. 8400 у него, 7500 на руках у... Не на руках, а общая стоимость Артеса. Покупает он Бладстоун. И это уже интересно, будет много летать. Милан на Вайпере имеет 6700. И по артефактам, видимо, у него есть Мека. И начинает собирать Яшу. Так, а что такое? Что у нас? Просто вообще без объявления войны Артес отправился в чужой лес и здесь убил Акса в соло. Нифига себе, это очень серьезно. 9 зарядов уже в Бладстоуне у Артеса. Артес готов драться. И это только что продемонстрировал. Аксу хватило, в принципе, дамаги от Артеса. Так, цепляет у нас меча. Не получилось заивейдить стайн. Но здесь уже, в принципе, близко Клок. Клок врывается у нас в Лизарда. Даст ли возможность ему заюзать Грейв или Хил? Не дает никакой возможности. Через Мистик Флэйр разобрали сразу двоих игроков команды Майнсенит. 3 в 0 подрались при учете с учетом Акса, который немножко раньше отправился в таверну. А последний файт 905 голды принес Хеллрейзерс. Кто у нас и куда улетает? Артес у нас улетает. Отфармить топ, у него уже 11 зарядов имеется. Так, здесь у нас поставил Коги Клок. Милан очень жестко проседает по ХП. Хауль от Ликана. Так, погоня за Годемом. Годем невероятно сильно терпит. Годем отправляется на базу. Первый фраг для Майнсенити за очень долгий срок. Здесь уже Некра бегают. Некра кого-то пытаются поймать. В итоге никому не ловят. Через Коги уходит у нас Клок на базу. Шторм был по-прежнему здесь. Артес... Немножко насобирал что-то в куре, ему уже летит. В куре ему летит поинт... Нет, ему летит Обливиан Стаф. Готовится выход в Оркид Малевалианс и... В принципе, тоже полезно. У Клока практически собранный... Аганим. До Аганима остается еще 950 по голде. Но с учетом руны чуть поменьше. У Дреда что имеется? У Дреда имеется Виталити Бустер. И еще 1000 не хватает до ротов. Атос вполне себе полезно. У Шторма 800 на руках после Обливиан Стафа. Но Артес фармит как не в себя. Это круто. Занимает он третью позицию на карте. Уступая только Афонинджи и Константину на Ликане. У Ликана уже некра третьего левела. И это нереально больно для SF и, в принципе, для Скайра Смага, который, если, в случае, если убивает крипа, теряет минимум половину столба. Так, Артес у нас нашел Константина в лесу. Не очень получилось спрятаться здесь и каким-то образом занять выгодную позицию. Хотя какая-то выгодная позиция для Ликантропа мне непонятна. Парень бьет с руки и стоит в лесу за елками. Не может дотянуться до своих оппонентов. Разумеется, это просто был... Была попытка по-тихому войти в спину наступающей команде. Ну что, у нас выход на Рошана, как я понимаю. Дред чекает Рошана. Пока что его нет. И в ближайшие пару минут не будет у Акса. Появляется Бродсворд. Я так понимаю, готовится выход в Блейдмейл. Это тоже нормально. У Клока
Остается всего 150 по голде до заветного Аганима. Ну, Клок классно себя чувствует. У него 1-2 счет, но тем не менее 7 ассистов. 11 левел, 2 ульт уже имеется. 22 минута. И Аганим появится совсем скоро. С этой поры жизнь у команды MyInsanity будет менее веселой, чем на данный момент. Немножко остается еще до блейдмейла Аксу. Что у Ликана помимо Некрофа? Помимо Некроф у него 2300 на руках. Владмир, ПТ и щиток вместе с Квиллинблейдом. У Вайпера имеется Мека, имеется... Ну, в принципе, практически все уже имеется для Яши. Ну, Яши, разумеется, маловато. Здесь, если ты хочешь на равных драться с тем же СФом, у СФа уже есть Яша, есть 1800 по голде. Что-то, скорее всего, в курице летит Афонинджи. Да, ему летит Point Booster. И что-то еще принадлежит. Да, и принадлежит также Ultimate Orb. Что Афонинджи себе собирает, не очень понятно. А, что же он еще может собирать, конечно. Ultimate Orb и Point Booster. Это Eye of Skadi, в принципе, с точностью повторяется сборка прошлого матча. Собирает Яшу, покупает Ultimate и покупает все необходимые артефакты на Eye of Skadi. Залип я уже по названиям этих артефактов. В принципе, готовый Скади, да? Скади где-то за... шухарился у нас у Афониджи. Собранный уже летит Скади. Тут, в принципе, вопрос со статами решен. Третий ульт имеется. Requiem of Souls будет на максимум бить. 36 тоже душ имеется у SF. А SF чувствует себя более чем уверенно. Прилетает ему Скади. Ему теперь можно наваливать с руки. Переживать нормально файты. Разбивать Некра. Ликантроповский, да все, что хочешь, можно делать, можно хоть в МММ 2015 вступать и в кредит брать квартиру. С такими артефактами и с такими статами проблем у него быть не должно. Опять же, в команде есть Chance, Hands of God, ну, под хил, под сейв будет. У самого есть мека, да, в принципе, самый самодостаточный герой на карте, мы это понимаем, 13 тысяч у него Net Worth. Закрылись на базе MyInsanity, они увидели, не знаю, увидели или нет, а в Скади у Shadow Fiendai поняли, что пока что не по зубам им драка на лоу-граунде. У Годдема имеется уже Аганим Скепетр и приходит сюда древний гранитный голем. А это значит, что у всех игроков будет плюс 15% по здоровью. Ну круто, эти кентавры имеют здоровье ровно до хренища. СФ имеет до хренища здоровья, да все имеют очень много хелспоинтов, поэтому драться будет гораздо легче Ашером. Разваливают они Т3 по топ-лейну. Выход у нас от Гоуджи Ван Дота. Но кого ему агрить? Разве что крипов. Крипов он агрит, но это все бесполезно. Афонинджи сдалека стоит, наваливает через, опять же, замедление со стороны Скади. Это неприятно для любых игроков команды MyInsanity, а особенно неприятно для Дазла, у которого всего 800 по ХП и... Винга, у Винги 1200, но тоже не такое уж огромное количество. Т3 падает, Т3, скорее всего, забирает у нас СФ. Да, СФ забирает Т3. Врыв у нас от Артеса на меча. Повесили Грейв. Он отсюда тоже не должен уходить. Меча смогут ли разобрать? Меч отбрасывается еще у нас станом и уходит. Артес все-таки тычкой добивает его. Также рассыпается у нас Вайпер. И Акс у нас отправляется в таверну. Уже мега-килл-стрик у Артеса имеется на руках. У Афонинджи... тоже, в принципе, все понятно. Он Aegis еще не терял 2000... 2000 чего? 2000 по голде у него. В принципе, можно будет прямо на базе докупить тот же Манта Стайл. Милан у нас теряет все ХП под Грейвом. Пока еще живет, но это только пока еще. Здесь стоят кентавры. Здесь стоит Афонинджи, который, кстати, добивает у нас Вайпера. Вайпер рассыпается. Выход на Т3 по мидлейну. Драка не заканчивается. Она постепенно заканчивается для MyInsanity, как и строение на их базе. Но для команды Ашера она продолжается. Один дред у нас отправляется в таверну. Все остальные, в принципе, фулл под хил. Афонинджи разультился. Погоня за Дазлом будет ли? Нет, не нужен ему Дазл, ему нужен Константин. Константин берет гитару, отправляется на базу. Так, у нас бараки стоят, но пока что
стоят, потому что за них еще никто не взялся. Афониджи очень серьезно наваливает по баракам. У него через минуту пропадет Аегис и будет фулл ХП, фулл МП. Это надо прекрасно понимать Майн Сэнити и забирать его либо сейчас, либо вообще его стараться не трогать. Афониджи у нас оставляет еще один барак. Минус 4 уже со стороны команды HellRaisers. Майн Сэнити только в лице одного Акса, который стоит на базе. Вообще имеет хоть какую-то силу на деф. Внешних товаров нет. Надо пытаться спушить нижний лайн. А можно, в принципе, убить одного Акса и развалить Т4. Как и поступает команда HellRaisers. GG. Пишет у нас GoG1Dota. GG пишет Афониджи. И понятно, что GG для него так точно. Good game, well played. Еще и Манта Стайл успел купить. Все, в принципе, как доктор прописал. Ну что, команда HellRaisers... По итогу этого матча, по итогу этой встречи даже, можно так это назвать, зарабатывая 2 поинта, 2 победы подряд над MindSanity, одержала, зарабатывая 2 очка и немного улучшает свои позиции в регулярке, ну точнее в групповом этапе данного турнира. Как видим по ГПМ, да и вообще по всем показателям, команда HellRaisers очень серьезно переиграла своих оппонентов тут. От MindSanity или Контроп только за 500 вышел по золоту в минуту. А у Shadow Fiend'а 675 золота в минуту. За полчаса он переформил очень серьезно ли Контроп. Ну и по левелу тоже все это видно, да и по артефактам. Только ленивый не заметил, насколько сильнее SF, чем вся команда HellRaisers. И под этим словом я готов подписаться. Ну что, еще раз поздравляем HellRaisers. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ, не переключайтесь, у нас сегодня длинный игровой день, матчи обещают быть интересными. И, собственно, услышимся через некоторое время. Меньше играйте в доту, больше читайте книг. До связи.